Prodexpo 2022. Наш пресс-центр продолжает свою работу и знакомит вас с интересными людьми. Здравствуйте, давайте будем с вами знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Сарул, я представляю розничную сеть дискаунтеров, хард-дискаунтеров из Монголии, называется Мини. Наша сеть является первой розничной сетью Монголии, основана в 1992 году. Начиная с 2020 года у нас было переформатирование и рассмотрение стратегии. Сейчас мы работаем в формате хард-дискаунтера и осуществляем самую экспансивную расширение на рынке Монголии. В 2021 году мы сумели расширить количество наших точек на 100%, то есть с 15 до 30. А до 2025 года у нас планируется открыть 300 точек продажи как в Улан-Баторе и по регионам нашей страны. Замечательно. Планы наполеоновские. Скажите, пожалуйста, вы на выставке который раз уже? Я на выставке третий раз, но хочу уточнить, что мы первый раз приходим с очень точной и определенной стратегией в этом году. Раньше у нас была работа по импорту, сейчас у нас направление на СТМ, то есть уже оформлены наши требования и оформлены заявки. В этом году мы будем покупать 50 СКУ на сумму больше 10 миллионов долларов. В следующем году это мы... Хочу заметить, что в Монголии по сравнению с российскими ритейлерами вот базовые категории, например, как пшеница, масло, они не заняты СТМом своих производителей. Поэтому у нас есть очень большая возможность поработать в этом направлении. В следующем году мы, конечно, будем увеличивать вот эту программу закупки. Получается, наш ролик сейчас дает понять всем производителям, которые могут работать с вами в режиме СТМ, что есть бюджеты, есть задачи и, самое главное, огромные планы по расширению сети. Поэтому, в принципе, нужно срочно вас находить и составлять договор. Да, так точно. Хочу отметить российским производителям, что монгольский рынок, он по сравнению с русским рынком, он... хоть и меньше, но у него особенные специфики. Во-первых, там не присутствуют российские производители как физически, они работают через дистрибьюторов. Работая с прямой сетью, мы уверены, что мы можем уменьшить лавочную себестоимость товара где-то на 20%. И хочу еще сделать несколько... пояснить несколько моментов, что, во-первых, наша сеть работает с собственным РЦ, с собственной IT-системой и автоматизированной системой логистики. Это очень помогает и убыстряет оборот наших товаров, и мы можем с нашими поставщиками уже обговаривать объемы поставок на 3 месяца и на полгода, что, естественно, всем очень удобно, да? Я пожелаю вам удачи. Во-первых, видно, что вы горите своим делом, и видно, что планы огромные. И пожелаю удачи, чтобы именно производители нашли общий язык с вами, и сеть развивалась. И хочу, чтобы вы, наверное, что-то добавили. Еще пару слов от вас, пожалуйста. Еще хотел бы добавить, что какие планы и какие... Какие задачи у нас поставлены? Во-первых, мы находим производителей в первую очередь по базовым категориям. Во-вторых, мы хард-дискаунтеры, мы смотрим на оптимальное соотношение цены-качества. Товар у нас уже есть. Монгольский потребитель уже знает, как пользоваться российскими товарами. Второе, мы смотрим на производителей, которые работают на внешнюю экономическую деятельность и могут получить возврат НДС от российского государства. И в-третьих, мы предпочитаем работать с поставщиками, которые могут работать с технической документацией или могут помочь нам в новых каких-либо инновационных категориях вместе с нами создавать технические требования к данным
товаром. Спасибо. Замечательно. Пожелаем вам удачи и до встречи, надеюсь, в следующем году. Спасибо вам большое.